Звук «г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Это имя носит будоражный характер, более склонно окружать себя людьми, которые или ниже по социальному статусу, либо не обладающие явным авторитетом. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Человек, родившийся 1, 10, 19 или 28 числа каждого месяца, может смело выбирать один из этих дней для активных действий, магии солнца на его стороне. Особенно это касается периодов с 21 июля по 28 августа и с 21 марта по 28 апреля. Они всегда стремятся действовать. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Солнце помогает этому человеку и дает такие качества, как честолюбие, стремление к лидерству, амбициозность. Буква «г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Звук «л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Буква «т» дает человеку настырность. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Люди с буквой «я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Также считается, что букве «а» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Для владельца имени с буквой «л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.